Добрый день. Продолжим разговор о христианской Испании 8-13 веков. И в рамках следующего эпизода мы рассмотрим коротко культуру христианской Испании в период с 8 по 1 треть 11 века. Сугубо общий очерк. И давайте рассмотрим сначала, начнем с общих черт, характерных вообще для всей культуры христианской Испании этого периода. Ну, прежде всего, это доминирующая роль церкви. Что это означает? Это означает, что культура этого периода живет и питается за счет церкви. Светской культуры в этот период практически нет, ну, за редчайшими точечными исключениями, подтверждающими правила. Почти нет образованных мирян, мы знаем очень немногих, практически нет светских библиотек, полностью исчезают светские школы, то есть культура практически полностью переходит в ведомство церкви. В рамках культуры вполне понятно, да, сохраняется притягательность образа Рима и образа империи, правда, трактуются они совершенно по-другому. Рим сохраняет свою притягательность в первую очередь за счет, ну, как бы сказать, образовательного минимума, да, я говорю о том, что в число текстов, подлежащих обязательному изучению, когда людей учили читать и писать, входили, скажем, Вергилий, ряд стихов из Овидия, что-то еще из Горация, то есть римская поэзия, немного римской прозы, относительно немного. И поэтому Рим – это такой, это образец, вот скорее культурный образец, матрица. Образец высокого стиля. А идея империи трансформируется очень любопытно на Пиренейском полуострове. Достаточно быстро исчезает идея общности с Римом, вот как единой Римской империи, да, некогда охватывавшей все-все-все. Но закрепляется другое, закрепляется историографическая в том числе модель, согласно которой на полуострове сначала царили римляне, да, потом римлян сменили их органические продолжатели готы. Мы вычеркиваем свевов, аланов, вандалов, разумеется, которые играют незначительную роль в этой картине. Готы становятся легитимными продолжателями Рима. Арабы прерывают этот процесс, вторгаясь и оккупируя полуостров, и вот сейчас идет восстановление исходной сингерии, исходной империи, но империи, как бы сказать, в пределах Пиренейского полуострова. Это особенно будет видно на королях как раз 11-12 веков, когда Альфонсо VI берет Толедо, он называет себя императором Испании. Его внук Альфонсо VII, коронуясь в 1135, по-моему, если я не вру, в 1135 году коронует себя императором Испании, подразумевая при этом, разумеется, не претензию на всемирное господство, но совершенно четко заявляя свою претензию на господство на полуострове, то есть свой статус как статус главного христианского владыки Испании. Император вот в этом плане, да, этому, разумеется, способствует сохранению вот этой образности, способствует, повторюсь, присутствие римских текстов на самых разных уровнях культуры, но необходимо отметить, с другой стороны, что присутствуют они, к сожалению, очень фрагментарно, это во-первых, то есть, ну, например, римское право присутствует, практически полностью отсутствует, так будет правильнее. Вот. И общий уровень культуры, общий уровень знания Рима, в частности, падает сильно. Больше того, из разговорного языка, начиная где-то со второй половины X века, с середины X века даже, вот, начинает уходить латынь.
Все больше и больше места будут занимать вернакулярные диалекты, да, происходящие во многом от латыни, да, взявшие от латыни львиную долю своей лексики, но тем не менее не латынь, а что-то местное. В этом плане очень характерный памятник, отраженный на слайде, да, это глоссы, силосские глоссы, глоссы монастыря святого Доминика в Силосе, и эмилианские, соответственно, глоссы монастыря святого Эмилиана в Коголье. Речь идет о пенитенциариях, о сборниках прегрешений и соответствующих им наказаний, между строчками которых писец, а скорее всего даже не писец, а кто-то из читателей, над строчками надписывал над некоторыми латинскими словами, вызывающими уже, очевидно, затруднения в понимании, их местные аналоги. Там прослеживаются ростки старокастильского, старокаталонского в этой лексике. На самом деле безумно интересный памятник. Видно, как прорастает через латынь, прорастает местная культура, прорастает вот эти местные, еще не национальные, конечно, именно вернакулярные вот языки. Основные центры культуры, и мы об этом говорили, смещаются в сельскую область. Города утрачивают свой статус, но об этом мы подробно, более-менее подробно говорили в предыдущем эпизоде, я не буду повторяться. Как следствие во многом этого намечается разрыв, все углубляющийся затем между высокой культурой и народной. Народная культура существует во многом в форме визуального рисунки, с одной стороны, а с другой стороны, на вот этих самых вернакулярных диалектах складываются какие-то песни героические, то, из чего потом вырастет песня Сиди, песня Фернани Гонсалеса, поэма о Фернани Гонсалесе, извините, песня Бернардо дель Карпе утраченная, песня об осаде Саморы утраченная, ну и так далее, так далее. Вот они будут формироваться вот на этом низовом уровне поначалу, несмотря на то, что, скажем, поэма о Фернане Гонсалесе, это, конечно, прекрасный образец высокой культуры, да, хотя и созданный на вернакулярном языке. Соответственно, высокая культура будет практически полностью бытовать на латыни, и выстраиваться она будет на идеологии неоготицизма. В то же время народная культура в основном испытывала на себе влияние мосарабского населения и мосарабской культуры. Да? Причем вот это характерно для всего полуострова Запад-Восток. Соответственно, на северо-востоке еще и каролингское влияние сильное, что тоже вполне понятно. От общих соображений давайте перейдем к разговору об образовании и затем о книге. Как я уже сказал, светская система образования исчезает даже на уровне начальных школ. Она просто перестает быть. Ну что, в общем, вполне понятно и объяснимо. Светская система образования – это феномен городской жизни. Городская жизнь разорена, и, по сути, на два столетия из обсуждаемого периода просто прервана. Следовательно, школа исчезает. Остаются школы при монастырях, при соборах, реже и позже. Школы при соборах – это где-то уже 11 век, на самом деле. Ну, 10, если хорошо. При этом учить продолжают по-разному. На северо-западе полуострова продолжают учить по вестготским образцам и в рамках вестготского канона образовательного. На северо-востоке насаждается каролингская система – и от вестготского образования там отходят. На северо-западе крупнейшей школой становится Саагун, как раз королевский монастырь, о котором я говорил, откуда выходит, в частности, епископ Сампиро, автор одноименной хроники. Больше того, немножко проходя чуть-чуть вперед хронологически, именно на базе Саагуна будет создана придворная школа Альфонсо VI, то есть там будут готовить кадры для его двора в том числе.
Вот, на востоке, на северо-востоке, крупнейшей школой, разумеется, становится монастырь Санта Мария де Риполь, то есть Святой Девы Марии в Риполе, вот, из выпускников которой можно, ну, там можно многих называть, но из самых известных, ну, вот, это папа Сильвестр II будущий, да, Герберто Рильякский знаменитый, учившийся в Испании, в частности, искусство перевода. Соответственно, от образования к тому, без чего это образование было бы невозможно, то есть к книге. Разговор о книге и об искусстве книги сам собой распадается на две части, очевидно, да? На скриптории, то есть то, как писали книгу, и библиотека, то есть то, где и как хранили книги. Скриптория, и вот пока я сейчас буду говорить, на самом деле, начиная вот с разговора о школах, но особенно сейчас, когда мы начнем говорить о книгах, пожалуйста, вспоминайте то, что мы говорили в применительно к культуре Аль-Андалуса. Насколько там было распространено образование, в том числе светское, насколько там были распространены библиотеки, и количественно, и качественно, как они отличались. Потому что вот в этот период отличие становится, конечно, разительным. Книги, а мы говорим о рукописной книге, книги переписывались в специальным образом оборудованных местах, которые назывались скриптории. Скриптории, то есть отдельные залы, да, где стоят столы, иногда конторки, если писец работает стоя, за которыми писцы, на которых раскладывают для начала рукопись, подлежащую копированию, да, и писцы слово за словом переносят ее содержание в новую рукопись. Соответственно, скриптории обычно делались при монастырях. Почему обычно? Мы знаем образцы городских скрипториев, но они более позднего времени. Для обсуждаемого периода это, конечно, монастыри, то есть места, обеспеченные, ну, хотя бы примитивной защитой, с одной стороны, и места, где для переписчиков можно выделить достаточно времени и места, освободить их от повседневной работы, то есть сделав переписывание их работы, я вот об этом, да? Ну вот, и в этом плане, это, конечно, монастыри, прежде всего монастыри региона Наварры и Каталонии, Альбельда, монастырь Сан-Миян-де-Когойя, монастырь Святой Марии в Риполле, это все вот северо-восточный регион. Что переписывалось? Переписывалась, разумеется, богослужебная литература, и переписывались довольно много в этот период, начинают делать переводы с восточных языков. Вот этими переводами занимаются прежде всего, не только, но прежде всего в монастыре Святой Марии в Риполле. Пишут при этом на папирусе, он, конечно, менее долговечен, но дешевле пергамена. Пергамен – это выделанная кожа, я напомню, папирус – это особым образом обработанные спрессованные листы, сделанные из волокон тростника. А бумаги еще нет, конечно, в помине, первая бумага появится где-то ближе к XIV веку. Соответственно, материал письма – это папирус, пишут при этом стилос, то, чем пишут, такая заостренная палочка, расщепленная на конце, и чернила делают из сока чернильных орешков. То есть все это растительного происхождения. Поэтому, кстати, когда вы читаете про какой-нибудь архив или какую-нибудь библиотеку средневековую, что определенную долю книг съели мыши, ну, вы прикидываете, что мыши едят не бумагу с напечатанными на ней типографскими символами, а либо выделанную кожу животных с вот этими растительными пометками, ну, исписанную растительным соком, да, либо спрессованные листы тростника, тоже исписанные растительным соком. Все это вполне съедобно для грызунов. Соответственно,
библиотеки. Библиотеки, ну, вполне очевидно, если скриптория – это монастыри, то библиотеки – это тем более монастыри. Место, где можно хранить книги в относительной безопасности, где можно обеспечить для их хранения специальный уход, специальное помещение, выделить, опять-таки, человека, который будет заниматься только хранением книг. Это будет его работа. Это монастырь. Для более позднего периода это соборы, конечно, но это уже 12 век и позже. Прежде всего монастыри. Из светских библиотек, ну, мы знаем библиотеки частных лиц, мы знаем, что у короля Альфонса III была библиотека. Например. И еще один момент. Когда мы говорим о библиотеках в этот период, ну вот несколько десятков томов – это уже библиотека. Несколько сотен томов – это большая библиотека. Один из самых крупных центров – это, еще раз повторю, монастырь Богоматери в Риполле, да? Так там, простите, 192 рукописи на тот момент. Вы вдумаетесь только в эти цифры. 192 рукописи – это самая большая христианская библиотека полуострова. Вот. Это Библия в разрозненных книгах. Библию крайне редко переписывали всю целиком. Сочинения отцов церкви, из них Исидор Севильский и Августин. Других гораздо меньше. Ну, надо смотреть уже по конкретным скрипториям, что где было, но других было меньше. Языческие авторы, в основном школьный набор, то есть Вергилий, Катон, Ювенал, немножко Овидия. Цицерона, например, нет практически совсем. Книг по праву минимально, и это либо сборники формул каролингских или вестготских, или какие-то обрывки из сводов прежнего времени. Ни одной полной рукописи в этом плане, ни одной. Довольно большие фрагменты есть из кодекса Феодосия, есть фрагменты из бревиария Лариха, есть фрагменты из вестготских законов, но так, что полных рукописей практически нет. Медицинские книги единичные, но тоже встречались. Ну и, наконец, отдельно давайте об историографии и дальше об архитектуре. Центрами историописания становились не только монастыри, а иногда не столько, сколько королевские дворы. Это выдает нам основную, собственно говоря, цель историографии того времени, основную цель историописания. Мы привыкли к тому, что история – это наука о прошлом, это поставщик какого-то объективного знания, если и не как оно было на самом деле, что невозможно, то хотя бы максимально правдоподобную картину мы можем получить, да? Вот сейчас я рассказываю, например, про то, как было устроено историописание или там скриптории, библиотеки в 8-11 веке. Чертовски давно, если задуматься. Но для того периода функция историописания принципиально иная. Не научная, скорее политико-идеологическая. И вот это очень важно понимать. Да? Смысл работы историографа – это объяснить, как сложилась та ситуация, которая существует, то есть почему арабы контролируют большую часть полуострова, почему он под властью мусульман, и обосновать справедливость, в том числе божественную справедливость действий христианских владык. Историография – это опора трона, его идеологическая поддержка очень сильная. Именно поэтому при королевских дворах. Да? Основные жанры – краткая хроника, иногда пространная хроника – это реже. Образцы на слайде перечислены, и основные памятники вы тоже можете там увидеть. Некоторые из них мы уже упоминали, говоря раньше. Архитектура. Здесь опять четкое разделение. Если северо-запад полуострова – это вестготские традиции, северо-восток – это каролингские заимствования. И там, правда, церкви строятся из дикого камня, кирпич в изготовлении сложен и довольно дорог, поэтому используется только для арочных перекрытий. И кирпичных зданий целиком увидеть практически невозможно. Искусство больших построек утеряно, и потом его будут обретать заново, поэтому постройки, ну, максимум метров 40-30 в длину. Церкви, в основном строятся церкви, церкви строятся однотипными –
типа базилики. Базилика в плане, да, я напомню, она всегда крестообразна. У нее, как правило, есть три нефа, центральные, два боковых. Апсида, алтарное окончание, да, либо прямоугольное, либо подковообразное, в смысле квадратное или подковообразное. И с конца X века, да, как вы видите, стены церкви активно покрываются фресками. Церкви становятся фактически нарисованными книгами. Ну вот, в частности, в церкви святого Юлиана в Лугах, да, Сан-Хулиан де лос Прадос, вот фрагмент росписи перед вами. Вот фасад этой церкви, уже здесь вы видите, да, центральный неф, он выше двух предыдущих. За центральным нефом возвышается перпендикулярная ему крыша, это перекрытие трансепта. Два боковых нефа, как вы видите, ниже основного. И в торцах трансепта, это не видно здесь, есть еще два входа в церковь, северный и южный, достаточно быстро переделываемые в малые капеллы трансепта. Вот здесь это можно видеть сверху, это та же самая церковь Сан-Хулиан де лос Прадос. Ориентирована она всегда одинаково, любая христианская церковь стоит алтарем на восток, входом на запад. Это просто на будущее. Если вы этого случайно не знали. Главный вход в базилику всегда западный, алтарь всегда ориентирован на восток, боковые входы, то есть, соответственно, боковые входы, малые капеллы трансепта всегда будут ориентированы на юг и на север. Вот таких церквей в плане, да, и такого типа постройки, такого размера постройки можно было увидеть довольно много в Испании 8-11 веков. Время соборов еще не пришло, хотя уже стояло на пороге. Мы поговорим об этом в следующих частях этой лекции или даже скорее в одной из следующих лекций. Теперь перейдем к разговору о Пиренейских королевствах в XI-XIII веках. Спасибо.